В Дании пройдут досрочные парламентские выборы. Премьер-министр страны Метте Фредриксен назначила их на 1 ноября. Социал-либеральная партия, партнер по коалиции социал-демократов, к которым относится глава правительства, пригрозила инициировать голосование по вотуму недоверия премьеру, если та не организует новые выборы. В разгар международного кризиса, связанного с политикой безопасности, энергетической политикой и экономикой, проводить парламентские выборы странно. Тем не менее, именно этого хочет большинство в датском парламенте. Поэтому сегодня я объявила Ее Королевскому Величеству Королеве об организации выборов в парламент Дании. Причина ссоры премьер-министра с партнерами по коалиции – убийство норок. В 2020 году правительство Метте Фредриксен приняло решение усыпить 17 миллионов зверьков, так как у нескольких из них была обнаружена мутация коронавируса. В июне 22-го специальная комиссия постановила, что решение было незаконным и уничтожила датское производство норок. До пандемии страна была крупнейшим в мире экспортером их меха.